Мой город стоит на берегу великой реки. Старинный город. Хорошо помню деревянные тротуары. А теперь с другого берега Волги за несколько километров видны дома из стекла и бетона. Есть города больше. Наверное, есть красивее. А лучше нет. Потому что он мой город. Здесь я родился и вырос. Здесь я учился. Каждый год в феврале мы встречаемся, старые школьные друзья. Так уж повелось у нас. Каждый год в феврале. Сколько раз после звонка мы летели, сломя голову, по чугунной лестнице. А сейчас поднимаемся солидно. Наверное, мы и в самом деле здорово выросли. Такие вечера бывают во всех школах, но моя необычная. И город мой не просто один из многих. В моем городе родился Ленин. А в моей школе он учился. В этом актовом зале сдавал экзамены на аттестат зрелости гимназист Володя Ульянов. Здесь десятиклассниками мы писали сочинения. Посмотришь, все стали немного другими. Но всегда останется то общее, чем мы все одинаково дорожим. Наши школьные годы и наши воспоминания. Раньше я говорил «моя школа», теперь я говорю «мой завод» и знаю, что это тоже моя школа. Кто знал за штатный городок Симбирск? А теперь, кто не знает нашего Ульяновска? Продукцию нашего завода «Контактор».
машины с маркой УАЗ. Они колесят по всем дорогам мира. Ульяновский автомобильный завод. Ульяновский. Здесь тоже работают мои школьные друзья. Мы опять держим экзамен, только он гораздо серьезнее. Собирается уникальный станок. Его длина почти 30 метров. На нем будут обрабатывать детали весом в 250 тонн с точностью до сотых миллиметра. Этот станок мы обещали сдать 22 апреля, и мы сдадим его. Снова утро. Я иду на работу, а в памяти вчерашний вечер. Мы встретимся теперь вместе через год, по традиции в феврале. Станут на год старше первоклассники, которые сели за наши парты. Станет краше наш город. Каждый день люди будут приходить к мемориалу, который строили все, и мы на субботниках. Память нашего земляка, который изменил жизнь нашего города, нашей страны и всего мира.